Там никакой риска. Сейчас вот набивает сено. Дальше сама нить как. Привезли его, сюда перекинули. Оттуда с низины. На дамбу. Кто там? На чем? Пешком? Там женщина какая-то. Это разве женщина? Да. Ну это еще насчет насоса. Видите, вот сколько? Это продолжение к сваям. Вот сейчас приехали. Вот вилы. Вилами вон кучу привезли трактором. Это у нас тут мы куча велосипедов. Тележка тут оставалась. Ну вот эта дамба здесь у нас 2.5 метра. Да. Добрый день. Да, мы на лагерной плотине. На плотине лагерного пруда. А, после обеда только, да? Сюда пусть идут. А, вон что. Ребятишки, чтоб пришли. Все, понял, ладно. Двугом. Исаак, сегодня Устинова пасут, Исаак будет после обеда пасти. А сейчас он в школе. Помощи никакой нету. Давай, все теперь. Сами, все. Я думал, что сено будут подносить. Но еще там Степа-то один ничего не сделает. Набивайте скорее полную. Степа мешки. И тогда двое вываливают, а один толкает. Носить будет. Вот тут была береза. Береза, свалили мы ее до конца. Она высохла. Дальше видно. Деревенская, а это лагерная территория, это лагерь. Вот он. И все около пруда. Это наш огородчик. Его даже тут и не видно. Ну, видно вот рядом. Вторая раздевалка. Бывшие пирс. Это у нас здесь загородка. Батарейки на 1 минуту. Как? Ну, видимо, из-за холода быстро садится, что ли, не знаю. Ну, было 7 минут, еще снимали там 5 минут. Ну и все, кидай его туда. Ну. Вот это. Вот по всей набили сваи, теперь везде толкают сюда. Давай, быстрее. Вот до сих пор. Вперед. Вот туда. Все. Все, дальше убирай. Штыковая лопата. Пошел. Ты это толки сейчас. Надо саманить. Вон туда, до самого конца. Сено, толкай. Быстро. Надо воду выжимать оттуда и скорее-то отолочь, давить. Все. 25 сентября. Вот натолкал здесь на эту. Видишь, как это? Навалено бульдозером, специально сделано, чтобы землю брать. Здесь не проехать, не пройти. Давай. Ты взял бы другую толкушку, какую-то длинную там. Давай, где? Вот как интересно, вода, это солома, и дальше плотная масса получается, стенка. А потом пролить ее
отработкой. В любую минуту батарейка откажет, съемка прекратится. Скорее, скорее. Толкай сено. Все, сено толкай. Она вся уходит в воду. Но еще несколько раз зайдем, и уже будет твердая. Сегодня у нас 25 сентября. Это у нас лагерный пруд. Вот мы до сих пор тут работаем, укрепляем берег со стороны воды. С пиросваями. Потом глина, солома. Сено. И вот тут вот у нас капканы стояли. В норе. Капкан поставили. Там нора была, ну, сантиметров на 40. Вот капкан, покажи такой. Угу. Вот капкан на две дужки. Вот он все привязали, как положено. Кол вбили. Вот оно все привязано. Одному очень трудно, страшный. Капкан это любого волка удержит, медведя удержит. Лишь бы цепочка не оторвалась. Ну, цепь. Это Андрей Дробот вязал ее. Она хорошая. Стали копать. Она дальше развивается на 80 сантиметров диаметр. Я такого ужаса не видал. Смотри. Вот заход. Мы сейчас выход, сразу задавливаем и саманим, а потом прольем. Вон оно куда идет. Видно? Да. Вот она. Там впереди мы уже затрамбовали все. Там вода. Надо, теперь до конца надо пробивать уже. Там вода уже. Вода? Вот она и здесь вода была. Где вода была? Он довел воду-то до туда, а потом сразу кверху. Вода стояла, а весной, когда подопрет давление, там сразу вышибет. Мы уже звонили в Охотсоюз, никакой пользы от них нету. Ну что, надо прокапывать, искать, где она. Вот она где. А там вон там его нор, это хатка-то, да? Вон. Ну он там как будто хатка его. Надо узнать там. Это уже не хатка, там уже трущоба. Надо копать, выйти туда к сваям и заново забить. Мы пошли с Володей дальше. Давай, Никита. Землю кидай сюда, слой земли, ты знаешь сам. А потом вот эту вот тоже выровняй ее маленько-то соломой, сеном и опять туда. Все ее отдельно надо заманить. Все, а то Володя одному трудно там. Смотри, сколько насмолил Володя. Ужас. Да. Брат Никита натаскал нам сено. Мешками сено таскать. Тут надо замерить было сколько. Тут больше 150 метров ширина. Ну, сейчас ставим сваи. А что, глина? В глину надо, чтобы
конусом было, и вмонтируют туда камни, булыжники. А у нас ничего нету. Вертикальная стена. Как она не будет обрушиваться? Это она обрушивается. А как по-другому? А по-другому мы не знаем, как. Как в воду-то? Она размокает, растекается до половины озера. Мы разные вот такие вот балки ложили, чтобы задержать. Она выполнила свою роль. Но укрепить это не можем. Надо отдельно. Она уходит. А когда сломаним, тогда она прорастает и может задержаться. Рыбу ловят, все, а все на грани краха. А что ты так далеко поставил-то?